Так, блин, я по своей чертовой невнимательности не заметил этого чертового коня. И, блин, протонулся в Штормград и уже расстроился. Но потом я, блин, осознал, что мы, черт возьми, все еще в пати. Вернулся в этот чертов некраситет, и трэш еще не резнулся. Слава Эрглору. Я пришел к этому чертовому, долбанному, извините за выражение, ебаному коню. Какая же проклятая игра, этот проклятый World of Warcraft. Так, ну ладно, по-человечески отсюда не выбраться. Хочу хоть на стриме показать этого проклятого коня. Будем помирать. Отсюда выберу живым. Так. Пока я там это все это, я даже бабу не успел. Ну и черт бы с ним. Точно проклятый конь. Thank you.
покажись уже, зараза. Наконец-то, блин. Ну да. Побыстрее двигается. Не как беременный як. Чёртов конь. Это говорит о чем? Вот эта вот идиотская, дебильная ситуация, которую я сам же и создал. А говорит она только о том, что, блин, не нужно сдаваться никогда. Лично у меня все через жопу, через огромную волосатую в этой игре. То это, блин. Рад встрече. Здравствуй. Молодец. Поздравляю. Молодец. Замечательно. Отлично. Поздравляю. Отступаем. В рассыпную. Рассыпную. Отступаем. Бежим. Великолепно! Молодец! Отступаем! Приветствую! Пока-пока!
хочу!